Друзья, всем привет. Вот, приходим к торговому центру Рио. Хочу себе на работу найти очень удобные обувь. Вот, решили зайти к Аре. Смотри, что здесь имеется. Сейчас будем смотреть для того, такую, чтобы подошва была очень мягкой, для того, чтобы можно было находиться в ней очень долго. Так, ну это женский, вот тоже все женское. Там Лида ходит. Вышли мы из этого кари, там ничего такого нету. Ну, есть хорошая обувь, но не для этого, не для работы. Так, сейчас решили поехать в Седьмое Небо. Там есть такой магазинчик Дишмы. Вот. Будем там искать обувь. Ну, такую специально рабочую. Не вот, чтобы она была красивая, а для того, чтобы она была удобной и ноги после 12-часового рабочего дня нисколько не болели. Сейчас идем на парковку и поедем в Седьмое. Приехали вот в Седьмое Небо. Сейчас будем искать магазин под названием Дишман, как так вот должен быть. Тут вот вход в Ашан. Сейчас будем искать. Народу. Ну, в принципе, для субботы тут не так уж и много народу. Значит, будем сейчас. Не, мы в нем как-то раз уже один были в этом магазине. Дишмане. Насколько мы помним, он должен быть где-то там. Это Дишмане. Такой торговый центр. Ну, в принципе, такой обычный скептический. Ну, в принципе, довольно-таки приятный. Вот. Вон она, зеленая вывеска. Вот, какой интересный дядечка. Вот этот магазин. Вот так вот он называется. Да. Приехали, а тут их что-то не видно. Какие для работы? Мне друг один купил, говорит, очень хороший. Он очень тоже, он работает на повара. Шеф-повар. Или повар, сейчас. Нет, не шеф-повар. Он вроде как шеф, да? Не знаю. Вот. Я не помню. Он, короче, работает на кухне. Целый день тоже много. Он купил такие же, такие же. Говорит, очень замечательные. Сейчас хочу тоже купить такие. Стоят они... Они по акции 999 рублей. Ну, 1000 рублей. Угу. Ну что, наконец-то я себе купил эти крокусы. Нашел. Вот. Кстати, вот такой вот носок не хотите. Дишма. В
принципе, я их вот померил, они очень удобные, у них подошва прям мягкая-мягкая. Я в них по магазину маленько так походил. Блин, прям не хотел их снимать. Я теперь понял. Даже раньше покупал для работы себе там рублей за 500, там обувь что-нибудь такое. Ну, а теперь понял. В принципе, даже мне вот это, я их купил вроде, обычно как бы резиновые они получаются. Ну, они не резинка. Пенопласт такой, не знаю, но очень мягкий, приятный такой материал. Не знаю, как называется. Ну, я понял. Они стоят 1000 рублей, но они этого прям вполне стоят. Я бы даже 1,5 бы на них прям отдал бы. Сейчас мы зашли в Киевский. Хотим здесь перекусить маленько, так как весь день мотаемся. Мотаемся весь день. Ну вот, взяли себе немного перекусить. И вон Миринда и допить. Ну что, друзья? Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи!